Всем привет, ребята! Мы рады вас приветствовать на канале Квадро Лайв. А мы собрались и едем в путешествие. Оно, правда, недалекое, буквально около 10 километров от города Вроцлав. Это замок Топач. Ну, раньше он был замком, а сейчас это выкупленная частная территория. Но архитектура сохранилась. Сейчас там гостиничный комплекс и рестораны. Очень красивая зеленая окрестность. И мы с ребятами едем туда второй раз. В прошлом году мы были. Ну, они были еще поменьше. А сегодня мы едем, надеемся на то, что мы попадем на выставку автомобилей раритетных. Ну, не знаю, посмотрим. Подъедем, все вам расскажем и покажем. Вот ребята собрались, покушали дома кашки. Закусываем печеньками. Это Алан. Очень счастливый молодой человек. Ной. Он говорит, что он Ной, но ничего. А вот Ной, кстати. Но. Ноечка, помаши ручкой, сынок. Помаши ручкой. Это наш папа. Здрасте. Глава сегодня, нашего сегодня, семейства. Сегодня плохая, ну как плохая? Погода хорошая. Погода хорошая, только ветрено сильно. Да, у нас ветрено. Я поехал, все оделись тепло, а я поехал в форточку. Это Каюша. Кай. Кай, а ну скажи, помаши ручкой. Вот, умница. Скажи всем привет. Привет, говорит. Адась, помаши ручкой, ребята. Говорит, не трогайте меня. Помаши воздушный хотя бы там поцелуйчик. Вот. Ты красавчик? Да. Говорит, что красавчик. В общем, мы в полном сборе, мы приглашали с собой, у нас немножко шумно, мы приглашали с собой Илюшу, он сегодня выходной, но у него очень важные дела, он вечером к нам заедет попозже в гости. Наш дядя Дима тоже отказался. Что это, солнышко? Шарик ты увидел. Да. Значит, дядя Дима сегодня работает в поте лица. В общем, мы едем без помощи, без няни, без дяди, без старшего сына. Небольшое путешествие. Да? Едем? Папа нам сейчас включит музыку, и мы будем с веселой ноткой ехать. Да, папа? Папа? А где наш папа? Папа. Да, папа вышел в магазин. Ребята, чтобы вы знали, у нас не работают в воскресенье магазины, супермаркеты, торговые центры. Папа. Вот только такие маленькие частные, это сеть частных магазинов, такой мини-мини-маркет, там есть все. Называется «Жабка». Здесь можно приобрести все самое необходимое. Папа пошел за водичкой, мы возьмем с собой воды. И поедем дальше в путь. Вы знаете, я первое время не могла привыкнуть к тому, что магазины у нас в Польше закрыты по воскресеньям. Торговые центры. Ты не можешь пойти. Что, зайчик? Ну, сейчас поедем. Не хочет сидеть. А Игорь, открой. Вот наш папа. Папа идет с водичкой. В общем, немножечко был дискомфорт в том, что в воскресенье не работают торговые центры. Невозможно пойти сделать покупки. Трусики? Трусики. Запасные взяли. Молодец. Невозможно пойти скупиться. Когда очень хочется. Особенно, наверное, это раздражает тех людей, у кого один выходной воскресенье. Кстати, да, им вообще не в прикол, типа, у нас получается в году, сколько там, может быть, 6 или 7 этих хендловых недель. Да, то есть в году есть воскресенье рабочее, но это исключительно только перед большими праздниками. Дают возможность людям как бы закупиться, затариться в воскресенье, допустим, перед Пасхой или же там перед Рождеством. Здесь такая красивая окрестность, такой райончик. Богатый район. Да, это богатый район. Здесь живут. Чуть-чуть дальше получается.
Ребята, нам осталось 3 минуты. Меньше 2 километров. Малыши ведут себя хорошо. Вообще, знаете, они плохо переносят дорогу, длинную дорогу. Их иногда укачивает, поэтому не знаю, как бы нам выехать в такое долгое путешествие, например, как бабушке во Францию. Мы вообще планировали на этой машине ехать. Что ты хочешь? Порулить? Папа, дай порулить. Аласик просит. Красота. Вот здесь мы едем частными секторами, полями, какими-то производствами, теплицами. Вот так все зелено и классно. В общем, наверное, если будем ехать в какую-то дальнюю дорогу, будем использовать такие вот таблетки есть, которые способствуют неукачиванию. Да? Вась, как тебе? Ты доволен? Да? Да. Да. Но, как тебе? Ты доволен? Ты доволен, сынок? Да? Да. Да? Скажи ура! Yeah. Ура! Мы очень счастливы! Мы любим путешествия! Yeah. Ребятки, Каюха, ты доволен? Yeah. Ура! Адам доволен? Yeah. Ура! Адам разобрал наши запасы разобрал. Ура! Вот так вот мы радуемся нашим поездкам, путешествиям. Мы любим познавать мир. Мы очень любознательные люди. Раньше мы с Лешей до рождения четверняшек очень много путешествовали. Ездили по всей Польше, ездили. У нас было много знакомых в разных городах Польши. И на Балтику мы ездили, и в Варшаву, и в Краков, и в Познань. Побывали во многих городах. Но хочу отметить, Вроцлав для меня лучший город. Он самый-самый-самый комфортный. Ребят, мы уже подъехали. Вот, смотрите, мы подъехали. И вот мы будем заезжать. Этот замок небольшой, но он очень пользуется большой популярностью среди туристов. Ну, в принципе, среди местных. Ух ты, там самолет лежит. Ага, сейчас ребятам будет интересно. Классно, ну он огражден. Правда, нам это не помешает. Здесь парковка, здесь такой красивый парк. Ну и сейчас будем выгружаться, припаркуемся и продолжим. Припарковались и будем выгружаться. Кто не видел, как мы выгружаемся, есть такая возможность. Обычно мы делаем это с мужем вдвоем, но я сегодня видеооператор. О, так мы в очках сегодня. Кто это у нас? Алан, красавчик мой. Сейчас, сейчас. Ну и вот такая местность. Дальше будет, конечно, интереснее. Там есть двор. Мы туда пойдем. Там пойдем посмотрим на самолет. Там, там, зайчик, там. Опля, второй пошел. В очках уже. О, какой. Даю. Печеньку даю. Да, как же ж. Давай, Ласечка, печенька тебе, смотри. Ух. У тебя есть, сыночек? Будешь еще одно? Хочешь? Нет? Как же, я не откажусь. А, это мне, да? Покусанное. Опа, Каюха. Каюха подъехал, подлетел. Кай. Печеньку будешь? Нет. Ну, мы дома хорошо покушали кашу, потом йогурт. А печеньки это так, на всякий случай. Если кто-то вдруг не доел. Что, мы одного оставляем в машине? Вон, вертолет, блин, не видно. Не видно, как раз он за этим, за...
Пойдем поглядим на самолет. Ну, уже выставка разъезжается потихоньку. Давай. Мы сфотографируемся, конечно. Идем смотреть машины. Идем? Да. Идем, родной. Какие там машины? Какие машины? Становитесь, ребята, я вас возле машины сфотографирую. О, а что это за машина у нас? Ну, мне кажется, что это Волга. Да? Да, Волга. Вот вам, пожалуйста, раритет. А, чайка. Чайка. Президентская машина. А вот что это у нас. Какая красивая машина. Это ласточка, что ли? Электро. Я даже не знаю, что это. Красивая. Да, ребята, ценители автомобилей. Там внутри свадьбу играть можно вообще. Да? А ты посмотри, сколько там места. Смотрите, сколько места. Ого. Нам очень нравится. Ребята уже не трогай, хотят в машину сесть. Опа, очень. Ностальгия. Классик Гала Варшава. Шона Широченко. А сзади как Мерседес. Да? Покажи, да. Старый Мерседес. Ох, она широкая. Чайка. Чайка. Ада, сиди сюда, Ада. Ребят, садитесь, встаньте, идите сюда. Присядьте вот здесь, присядьте. Идем фоткаться. Иди сюда. Надо организовать детей на фотографию. Это очень сложно нам собрать вчетвером, чтобы они все сидели. Ой, вертолеты. Здесь какая-то еще какие-то выступления вертолетов. Это вертолет, который катает людей. Аттракцион здесь такой есть. Ой, да, очень нравится. Какая красивая машина. Красивая машина. Очень серьезные мы. Очень серьезные ребята. Мне нравится, как Адам носит очки. Адася? Адась? Модник, да. Приспущенные очки на кончике носа. Так, ребята, эй, не деремся. Если бы нас еще кто-то на ней покатал. А еще лучше на вертолете. Или на том самолете. А вот наши знаменитые вроцлавские гномики. Они расположены в разных местах Вроцлава. И видите, как показывает наша находка, то и за Вроцлавом. Каждый гномик что-то значит. А вот этот гномик постоянно пытается убежать. Там машину паркуют. Идем посмотрим на гномика. На гномика да, идем. Машина, да? Какой классный. А там дальше озерцо. Идем пойдем. На озерцо смотреть. Вот сам замок. Он небольшой, но симпатичный. Видите, а это вот получается весь двор замка. Все истории я не знаю, поэтому не порадую вас. Идем, ребятки, идем. Пойдем посмотрим на озеро. Тут где-то есть поле для гольфа. Вот такое озерцо, которое было специально вырыто по просьбе хозяева этого замка. Очень красивая территория. А здесь, кстати, вот если вам видно, арочка. Здесь проходят свадебные церемонии. Довольно дорогие.
Ветрено очень, ребята. Так, держимся и потихонечку поднимаемся на мост. Держимся группой. Да, вот такая вот водичка там. Идем за папой очень аккуратно. Аккуратно, да. Побежали. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Пейзажи открываются чудесные. Купаться нельзя. Да, здесь написано купаться нельзя. Идем за папой. Пойдем. Пойдем. Пойдем посмотрим на вертолеты. Будем смотреть, как вертолет взлетает. Да? Пойдем. Побежали, пожалуйста, побежали. Нет, это да, не мой да. сынок. Это плафон. Плафон от фонаря. Вон, смотрите, вертолет взлетает. Я бы с удовольствием на вертолете прокатилась бы. Ну, ветер, наверное, я не знаю. Или же у него такая техника полета. Ждем папу, держимся группой. Да, а я говорила, да, только что показывала. Ух ты! Вот. Вертолет, который катает публику. Но он, честно говоря, вот так летает. Да, скорее всего. Сакуры цветут. Красивая вообще местность. Уточки плавают на озерце. Не-не, солнышко, аккуратно, можно скатиться в воду. Адась, можно упасть в воду. Идем за папой. Хорошо? Потихонечку. Идем. Еще один мостик. Там вот летняя площадка с правой стороны с кафешкой, где можно посидеть, покушать. Там, кстати, в прошлом году я кушала шашлык. Очень вкусный. Здесь вообще в Польше, не знаю, как в Польше, во Вроцлаве, найти вкусный шашлык – это большая редкость. Суши на каждом углу. Это не луна, зайчик, это фонарик. Идем, не надо бить. Фонарик. Ой, фонарик, да, идем. За папой идем. Идем. Вон лодочка у причала. Что, мой хороший? Ну, вот такой фонарик, да. Идем. Ой, красно. Идем, догоняем братика. Красивые цветущие деревья. Вон сакура. Розовая. Вообще чудесные такие краски, зеленые. Идем. Бежим. А то... Опоздаем, потеряемся. Давай сам. Пойдем на мостик, на причал точнее пойдем. Пойдем на уточек посмотрим. Ручки, лодочка, да, это лодочка. Лодочка, пойдем ближе посмотрим, идем за папой. Посмотрим ближе. Держи их за руки. Всех держи. Так. Очень аккуратно, ребята. А плавать не особо хочется. Да и вообще, в принципе. Кстати, ты знаешь, что вот там вот одра. Это да. Одра, и потом они, получается, открывают греблю, и она заходит. Ой, как классно. Стойте, к краю не подходить. Так, вертолет возвращается. Мы идем. Мы одели уже жилетки. Немножечко шапочек. Побежали смотреть. Детская площадка как раз тоже. Ой, класс, идем. Там еще и площадка детская. И вертолетик летит. Побежали быстрее, вот он. Он летит. У-ху. О, смотрите, вертолет летит. Вот он. Ребята, за нами приехал вертолет.
Мы модные. Да, Адам? Стой. Хороводные. Пришли посмотреть на вертолет. Пойдем. Площадка, смотри, горка там. Пойдем на горку. Пойдем? Побежали. Папе. Добрались мы до детской площадки. Здесь кафешка, здесь такая атмосфера. Малышня уже нашла горку. Там дальше немножечко побольше. Так, ну кто первый? Ребята, кто первый? Не толпитесь. И не толкайтесь. Встречаю снизу. Ну что, ребята, наша прогулка подходит к концу. Мы накатались на горках. Нам подтаптывали пальцы. Там просто масса детей. Никто не следил за очередью. Наших там чуть не затоптали, потому что они были одни из самых маленьких. Ну, дети, самое главное, счастливы. Мы посмотрели на вертолет, который взлетал, экстремально летал и садился на гольф-поле. И идем в сторону парковки. Вот наша малышня. Папа. Пацаны, помашите ручкой. Туда. Не, сыночек, там в теннис играют. Там еще теннисная площадка есть, да. Здесь много чего есть. Развлечений. Туда. В общем, рады были с вами повидаться. Всем хорошего дня, пока.